В румынский город Сирет, расположенный недалеко от границы с Украиной, продолжают прибывать беженцы, рассказывает корреспондент Евроньюс Джорджи Орланди. В среднем около 6 тысяч человек днем и ночью переходят украино-румынскую границу. По данным из официальных источников, а именно румынских властей, с начала кризиса границу с Румынией пересекли порядка 380 тысяч украинцев. Этот участок границы, отделяющий Украину от других европейских стран, считается самым протяженным. Здесь, в Сирете, вы можете видеть множество людей, в том числе семьи с детьми. По обе стороны дороги установлены палатки, где беженцы могут получить необходимую помощь и содействие по решению самых разных вопросов. Мы помогаем с продуктами питания. Есть сладости, игрушки, предметы и средства личной гигиены, а также памперсы для детей. Наша задача – забрать людей с границы, найти им место для ночлега где-то поблизости. Мы находим машины, чтобы затем перевести беженцев к западной границе, откуда они могут попасть в другие страны Европы. В пятницу министр внутренних дел Франции встретился со своим румынским коллегой и высоко оценил солидарность с украинскими беженцами, проявленную румынами. Вице-президент США Камала Харрис, также будучи в Бухаресте, поблагодарила Румынию за усилия по приему украинцев, покинувших свою страну. Джорджо Орланди, Сирет, аль конфине тра Румания и Украина, пер Евроньюс.